Всем привет, друзья, с вами Влад, и в этом видео тут играют Кент ПК, Тик-Так, Скилл и Ники. То есть 2 на 2, я буду наблюдателем, то есть я буду переходить за разные команды и смотреть, как же они играют. Давайте я зайду сначала за террористов. Наши ники. Давайте накидаем им оружие. Вот так вот можно скины покидать. Пусть заходят ребята, то есть сейчас они должны зайти за противоположную команду. Ждем, пока они загрузятся. Пока выкидываем оружие. Ждем, вот я могу перезаходить за другие команды, то есть спокойно. У меня уже нет денег. Ждем, еще должен скилл присоединиться и тик-так. Вот разминочка, я пока побегаю, посмотрю, как они играют. Тик-так у нас, вот, с галочкой. Там Ники, Скилл и Кент АПК. Нормально. Это мои подписчики. Так, я на Б. Будем сейчас комментировать, это будет реально круто. Я уже прям вообще очень готов. Хочу проверить, насколько я умею комментировать и вообще... общаться с подписчиками во время игры. Это будет для реально круто. Так, разминка заканчивается через 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, она закончилась. Так, давайте. Берем Дигл. Ну, можно сменить команду уже, я думаю. Можем еще раз сменить команду, не имеет значения. Вот, началось время, смениваем команду, и мы смотрим за скиллом. Вот наш скилл, киберспорт. Приседает, берет глок, точнее, P350. Со скином неон. Ники перезаряжается. Дает почти минус один. Давай, давай, давай. Идет на Б и с ножа забирает. Красавчик, просто четкий пацан. У него, кстати, платина. Красавчик. Так, лучший. И меняем сейчас сторону. Ждем, пока начнется катка. Так, тик-так и Кент АПК. Все, началась катка. Заходим. Пишет тик-так, лайк быстро поставили. На, кстати. Так, обходит. На Б. Тик-так у нас с темки выходит. Кент АПК на Б. Стат-трек у него. Пытается схитрить за коробочку. Надеюсь, он затащит. Аккуратно. Летит флешка. Вроде бы флешка полетела. Так, давай, 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 давай. Снялся. И тик-так выходит. Красиво. И тоже умирает. То есть, минус тик-так. Ники снимает обоих, мне кажется. Да, Ники снял обоих. То есть, у Ники уже 4-0. Красавчик. Так. Дисбаланс не буду делать, то есть я не буду брать какие-то оружия покупать. Теперь мы за Ники смотрим, давайте. Закидывает гранату. Берет калаш. Так, почти, почти удачная граната, но никто не выбежал. Так, скилл кидает флешку. Аккуратно. Так. Скилл у нас сегодня не очень, но все же попадает в противника, снимает ему ХП. Вот наш Ники. Красиво попадает. Минус скилл. У нас Кент АПК забрал скилла. Так, интересно, какой же будет исход сейчас. Ники обходит. Смотрит. Чекает. Но слышно шаги. То есть ему, его шаги мешают. Но все же он ориентируется. Красиво. Просто минус 2, ребята. Ники минус 2. Просто четкий красавчик. Очень топово. Так. Вообще топ. Ники у нас. Давайте сменим команду. Ждем загрузочки. Так, все загрузилось. Кент АПК у нас. Берет дымовушку. Закидывает. Промазывает. Вторую флешку тоже промазывает. Нормально. Так, за тик-таком мы даже не успели посмотреть. Его уже сняли. Давай, 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 Кент АПК, давай, давай, тащи, тащи, тащи. Ты сможешь, братан. Я знаю, давай, минус один. Минус Ники, давай, ты сможешь. Давай, хотя бы не в сухую. Давай, 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 давай.
Перезаряжайся, давай перезаряжайся аккуратно. Так, перезаряжается и снимает второго скилла. Найс, просто красавчик. Кента пока вытащил этот раунд. Они уже проиграют не в сухую, потому что мне уже такое было чувство, что они сейчас в сухую сольют. Так, ждем. 5 секунд. Хайп армия в теме. Сейчас так сменяем команду и смотрим. Низкий. Так, скилл. Скилл чекает Тёмку. Но спину не чекает. То есть его сейчас спокойно могут снять. Сзади. Неаккуратный. Так, давайте посмотрим за Ники. Ники, какой же красивый прострел. Это просто жесть, ребят. Даже не прострел, это очень красиво было сейчас. Я не ожидал такого. Так, скилл. Скилл, ребята, так идет. И Ники забирает, то есть второго, и плантит бомбу. Красота, просто найс. Так, ждем. Ну, в принципе, у нас лидирует команда Ники и скилла. Киберспорт. А YouTube пока что у нас только один. Один счет и на 4. 1-4. YouTube проигрывает киберспорту. Понятно же, это ж киберспорт, ребята. YouTube только на YouTube может конкурировать. Так, красавчик, НДПК снял скилла. Сразу же. Так, что у нас ТикТак делает? Простреливает Тёмку. НДПК. ТикТак. Так. Перезаряжается. И... ничего не происходит. Так. Это был фликшот, но не хватило, то есть, урона. Не прошел урон, потому что противник быстрее среагировал. Мне кажется, Ники просто сейчас порвет. И ТикТака, и всех подряд. Так, берет калаш. Ну и сливается. В принципе, было предсказуемо. Но ничего страшного. Так. Ждем. Сейчас будем менять команду. Так. Сейчас покажу свой скилл. Ну хорошо, посмотрим. Так, давайте меняем. Посмотрим за скиллом. Он говорит, что он покажет нам скилл свой. Чекает Тёмочку. Обходит аккуратно. На Б. Оу, давай покажи свой скилл. У тебя не получается, мне кажется. Не, все получилось. Найс, просто шикарно. Минус Кента ПК. Так, закидывает флешку Ники. И найс, ребята, просто красиво. Ники разносит всех почти. Я вам говорю, Ники тут лучший. 12-1, ребята, счет. Счет 12-1, это просто жесть, ребята. Так, давайте сменим команду, когда время закончится, и будем смотреть дальше. За нашим поединком 2 на 2. Так, у нас баг, видите? Кента пока без рук остался. Так, руки появились. Хочет выйти. Чекает, достает нож и... Давай-давай-давай, прострелом почти забирает кое-кого. Смотрим. Граната прилетает прямо на Кента ПК и... Давай-давай! Все. Ники опять забирает раунд. Ники у нас великий про. Я так понял. Давайте поможем ютуберам. Дадим им эмки и калаши. Потому что я не хочу смотреть за этим, как они так просто проигрывают. Давайте меняем команду и будем смотреть, что происходит. Так, закидывает гранату. Мне кажется, сейчас просто минус персонаж будет. О, как красиво. Он, наверное, на айпаде играет. У нас Ники уже вроде айпад купил. Так, аккуратно чекает. Ники красавчик. Так, обходит. Кента ПК. Минус Кента ПК, да. Давайте посмотрим за скиллом. Скилл. Давай. Скилл, минус скилл. И... пожалуйста, Ники, давай. Почти. Так. Давай целиться. Выпрыгивает прыжками. Байтит прыжками на выстрелы. И потом попадает немножечко с калаша. Выкидывает смоук. Пробегает. Отличная идея. То есть очень красиво. Давай, 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 давай. Давай, давай. Кента ПК тащи. То есть, точнее, ТикТак тащи, потому что я хочу, чтобы еще один раунд хотя бы был, потому что 8-1 будет обидно. Давай, 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 давай.
Все, ребят, минус тик-так. Это было круто, ребят. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишите комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем, кстати, ребята, это были не настоящие, я говорил в начале, это мои подписчики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, давайте.